Друзья мои, здравствуйте. Я хотел сегодня показать такое видео. Вот примерно такой компьютерный стол имеется у вас дома. Он приобрел старый вид. Если у него старый вид такой, видите, черный, чернота отошла, ушла уже. Вот. Ну, выглядит как старый. Состояние у него отличное. Работает все, вниз, вверх, все. Амортизаторы, все работает. Только приобрел старый вид. Вот я взял такую краску. Это краска для курток. Кожаные. Ну, которые можно красить. Кожаные, дермантиновые куртки. Называется Вилло. Вот имеется специальная щетка. На него вот так надавливаете. Вот так, и она красит. Это я вам сейчас покажу, как это красить. Вот здесь ноги тоже такой старый вид имел у меня. Видите, колеса, все, я покрасил. Аккуратно, красиво стало все. Сейчас я возьму, покрашу аккуратно. Видите, надавить надо чуть-чуть. И пройтись. Это очень просто. Так, проходим, проходим. Это сейчас, сейчас. Эту ручку покрасим. Видите, как красиво стало. Даже блеск появился. Одной рукой снимать и красить тяжело. Сейчас я его полностью покрашу. И поснимаю полностью весь стол. Вот я же покрасил. Как видите, имеет блеск. И красиво очень. Выглядит как новый. Вот спинку тоже покрасил. Сейчас спинку тоже покажу вам. Вот тут высохшие части, здесь не высохшие. Вот, видите, как новый стол. Здесь можно его 2-3 раза красить. Можно один раз покрасить и оставить. Ну, смотря в каком состоянии кресло. И если вы хотите, чтобы он еще красивее был, наносите 2 слоя. Или 3. Но для меня 1 слой достаточно. Я думаю, это вполне оптимальный вариант. Ну, красиво смотрится. Как новый. Я не рекомендую вам именно эту краску. Просто есть такие краски разные. Единственное, в чем она мне понравилась. Здесь губка есть, удобно этим красить. И она быстро высыхает. И смотрится тоже неплохо. Спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Все, до свидания.